Всем привет, с вами, как всегда, мы. Лысый мужик. В смысле лысый, ты охуел? Никита. Мы уже похуй. Мы собирали с донатов и с рекламы себе на новый дом. Вид снаружи вам покажем. Начнем со второго этажа. А собачка? У нас тут, да. Ну, это сейчас у нас комната? Давай, да. Обзор делаем. Это моя комната. А? Я обзорщик, ты снимаешь. Ты иди нахуй, блядь. Вот. Это моя комната, потому что тут коты, а я Илья котик. ВКонтакте у меня стояло такое в 2016 году, да. Тут вешалка, можно повеситься. Тут всякие цветочки, растения мы прикупили. Пиздец. Тут люлька для Максима. Да. Люлька для крыса Фактардовича. Максим. Да. Ну, ты можешь люлька из окна показать. Ну, конечно, здесь не очень интересно, но красиво. Да, вот такая вот. Кровать из Италии заказывали, люльку из Франции. Здесь каждая комната отдельная страна мира. Да. Пойдем дальше. Вот тут. Я заметил, что на втором этаже три комнаты, а одна джакузи. Тут тоже коты. Да, ну, мой дом, блядь. Джакузи и зал. Ну, тут всем привет. Место для шкафа. Да, шкаф помещается. Проверено. Это какая у нас страна? Да. Какая страна, Лер? Это хуй знает, какая страна. Выгони их из джакузи. Франция? Пойдем. Можно я закрою вас? Да, мы джакузи. Да. Я снимать будем. Да, там этот... Я в джакузи. Там голые женщины и мужчины, поэтому... 500 рублей за видеосъемку, блядь. Да мы не снимаем тебя. Тебя нету в камере. Так, здесь сразу. Здесь у нас... Здесь этот, моются всякие. Это пиздец, такой вот вид отсюда. Так я включил холодное. Так. Вот. Такой вот джакузи. Внутри показать не можем, там занято. Да, там занято. Слышите, блядь. Так. Тут этот. Он обоссался. Чебупелина пьяная. Так, сверху у нас аппаратура. Да, мы. Ну туда мы заставили сейчас еще мы. Мы только заехали на хату. Там это, всякие компьютеры, блядь, все для видеосъемки. А здесь у нас лестница, мы нам со второго этажа начали. О, а это у нас такой? Блядь. Бухают. Мы бухаем в честь этого заезда на хату. Блядь, что там происходит? Тропики. Кожемяка пьяный, там и обоссанный валяется. У него вот тут все обоссанное. Вот. Такой вот первый этаж тут. Телевизор есть. Да, колонку есть. На улицу вынесли. Еще раз, тут кондиционер есть в одной комнате. Камин есть. Куда ты идешь, как будешь в комнату? Мы здесь не остались. Так, блядь, давай то, что открыто пока. Так, какая это... кухня у нас? Покажи, да. Что там. Смотрите, какой. Это у нас из Америки мы заказали холодильники. Да, тут всякое пока. Пиво, шашлык. Шашлык, да, пока. Не обустроились чуть-чуть. Да. Я уже думал, реально обоссался. Да он реально обоссался. Чувак, его облили просто. Его с днем рождения. Пока. О, камин. Чтобы теплыми зимними. Теплыми зимними вечерами. Это и здесь. Толчок второй. Душевая кабина. Вот. Когда там это душ всякими занят. Да. Голыми женщинами и мужчинами. Товарищ обоссанный. Все, блядь. Пойдем на улицу, покажем. Да, ёб твою мать. Посмотри, покажем территорию. Чё? Иди сюда, снимай. Чё тебе, блядь, снимать? Мы обзор на дом снимаем, а не хуйню. Смотри, блядь, мошка в этом. Блядь, чё, блядь? Ты с мошкой, блядь. Блядь, мошкой, блядь. О, такая вот территория тут. Вот там мы ещё не достроили. Потом покажем, когда достроим. Ну там для машин растет. Вот так он выглядит. Видосы выпускали сеткой, мы строили тут все, обделывали. Кто говорит? Закамский кирпич. Ты заснял эту парковку? Парковку? Блядь, что нахуй нам нужна эта парковка? Он идет. Обоссаж, блядь. Объёбы. Вот такая территория. Тут много флоры. Тут дерево было, мы срубили, чтобы не мешало. Да. Вот такой тут вот сад. С этой всякой хуйней. Лично все сажали. Вот там цветочки. Блять, так. О, а тут мангал. Вот такой вот мангал, блять, заебись.
Он просто нахуй, короче. Это мне нужно. Тут все. Да. Да. Спасибо. Здоровайся. Они там спрашивают. Все. Все. Боссами. Вот колонка, которую мы хотели показать. Тут печка. Вот такая вот. А, здесь кто-то отдыхает. Чего они на нашем доме забыли? Не знаю, это какие-то неизвестные люди. Да, здесь мы этот чилим. Под Серегу пирата тут валяемся. Да, Серега пират называется. Серега пират топ. Да, это дождь идет, сука. Не полежать на наших лежаках заморских. Сколько здесь? Соток. 6 соток. 6 или 10? 6. Пам-парам-пам-пам. Сколько нам дом обошелся? 20 миллионов. Ну вот, мы на ютубе поднялись. Да. За ролики. 100 видосов на канале, как бы. Ну, вы сами понимаете, деньги неплохие. 159. Кто-то отписался, какой-то хуесос отписался, блядь. Подписчик пропал, блядь. Внимание, пропал подписчик. Что, может, у нас? Ну, давай дальше. Покажем, что тут построили. Тут стол стоит запасной, этот, стулья всякие. Выход, то есть, где конденсатор? Да, тут он Hitachi написано. Потому что мы фанаты. И цветочки здесь всякие посаженные тут. Да, ну, там дальше, типа, все заросло, нахуй. Все заросло. Там, ну, там мне нет смысла ходить. Да. Так мы живем, короче. Типичная блогерская хата. Вот этот на превью. Я тебя сфоткаю на фоне дома сейчас, прям на видео. Стань на фоне дома как-нибудь эпично. Вот так эпично стань. Все. Все, всем Чё? Удачи, всем пока. Пока. Показали вам, на что мы заработали. Нормально? Да чё музыку вырубили? Давай штаны тоже снимай, блядь. Чё ты, не мужик? Что мы снимаем? Охуенную хуйню мы снимаем. Шо ты тоже сними, чё, как не мужик? 20 раз отжался. Упор лёжа, солдат. Пиздец. Просто лёг умер. Нахуй футболку и снял ещё, да. Где эта блёдка? Его отхуячить блёдкой надо, бля, сейчас.